Всем привет. Привет, привет. Смотрите, что у нас есть. Новенькая. Это ананасовый физалис. Попытка номер два. Или три. А, два. Точно два. Да. Тот все еще физалис, который мы садили, все еще сидит. Поэтому мы взяли вот другого производителя. Будем надеяться, что хоть этот взойдет. Попробуем. Не фокусироваться. Вот, посмотрите. Высаживали мы его 15 числа и... Ни одного всхода. Ни одного всхода. Ничего. Вот это вот бороздки, куда мы сеяли. Раз, два, три. Абсолютно пустые. И в тепле держим. И... Ну, такой производитель. Ну, похоже на то, потому что... Некачественные семена. В прошлом году было то же самое. Даже вот не замачивание. А этого производителя мы брали физалис пурпурный. Пурпурный, да, пурпурный. Вот он зашел быстро, уже на третий день. Да, мы не ожидали. Хлопот. Так, я сделала бороздки. Теперь пролью у меня здесь водичка фитоспорин с инвешкой. А грунт мы берем вот тот, который мы показывали в предыдущем видео. Ну, решили опробовать сапропелем, да, грунт покупной, не и садить именно просто в покупной, без всяких добавлений всего. Ну, еще потому, что у него уже есть микро- и макроэлементы. Мы никогда не как высаживали написано, да. Чисто покупной грунт. Всегда мы делали его, сами. Да, делали. А в этот раз, ну, так вот, как написано, вроде бы как все хорошо, поэтому решили. Посею. Да, посмотрим, как этот зайдет. Ну, здесь даже семена тебе хочу сказать другие. Не такие, как у того ананасного. Я уже тот даже рассадила, первый пурпурный, который был. По отдельным стаканчикам. Да и все. Я думаю, достаточно. Да, конечно, зачем? Нам много тем более не надо. Мы столько его и не съедим. Вот. Ну, вот. Вот видите, друзья, что мы сделали. Теперь присыпаем. Чуть-чуть землей. Вообще можно и так заделать. Ну да. Что будет? Почва вроде как хорошая, тогда почва грунт. Ну попробуем, мы никогда в чисто покупной грунт не высаживали. Он такой рассыпчатый. Посмотрим, что получится. Наша очередная попытка вырастить. До смешного доходит. Ну это прямо как синей гроздью. С этим ананасовым физалисом. Да. Что в прошлом году возились, так и не смогли его вырастить. Мы раздавали семена знакомым. Ни у кого не проросло. Садили в открытый грунт, пытались прорастить. Там и в спонжиках, и все. Что мы только не делали, ничего не вышло. Все. Ну вот. В общем, поливать не буду, там влажно. Вот это все на сегодня. Ставим пальчик вверх, кому понравилось. Ну, до новых встреч, всем пока.